Так. А шо у нас вообще? Дайте мид, пацаны, здорово, блять, ролить. 82. Ну, 82 я не побью. 82 это сложно. Поэтому... Давайте я лучше отсопорчу. Плевает. Не, пацаны, берите керри, я лес. Я с леса поддержу. Ну, типа... У нас мипа, тем более, будет отвлекать, пока я буду ебашить. А потом я раскачаюсь и просто выйду, всех убью. Согласны? Спасибо за сапку, кстати. Спасибо огромное. То есть можно, так сказать, поддержать команду с леса, но вы сами понимаете, что это должно было произойти. Ну, как бы, если день без Найкса, то это как бы не день. Стрей, здорово. Здорово. Посылай в пизду этих даунов школьных. Осуждаю такие высказывания, игр. Братик. Ну, передай, не надо, ребят, так выражаться, привет, я не одобряю такие скажи словечки. Ей, чтобы не дулось вот, на меня. И школьники, они безобидные, понимаешь? Зачем их посылать куда-то, если они просто хуйню несут, клоунничают? Да, спасибо за донат и привет, Настя. Настя, тебе привет от твоего парня, все было хорошо, друга, пока брата. Снайпер с петухом вот, не и я думаю, вы сами разберетесь, и кто дальше там на кого не обижается. Место на карте, чтобы пофармить. На Сларке играл, все было хорошо, пока снайпер со Скаймагом не свапнулись лайном и дальше не мог найти место на карте, чтобы пофармить. Плюс все киллы ушли в ассисты. А, ты про ту игру Ластецкая, где у меня снайпер 0.7 бегал солевой, а я играл... Сейчас, на ком я играл? Я играл на ком же я играл? Сейчас я могу, не могу вспомнить. Я еще... Подожди, там еще Банша, по-моему, у нас была. Нет, не Банша. Ванша у вас, блять, подожди, сейчас, я темпларкой я, по-моему, играл. Во, я играл темпларкой, стоял я против деда с косой. Да, это была ласт игра на прошлом стриме, все, я понял. Ну, у вас все плохо пошло, то есть у вас боковые лайны проебались, плюс я разъебал деда. Ну, то есть у вас три линии проебаны были, насколько я понял. И, типа, из-за этого играть тяжело. Там, типа, сларк ты или нет, куда фраги уходят, неважно, там просто у вас не было шансов на победу. Когда ты проебал все линии. То есть дота сейчас она такая, то есть линии, они не настолько критичны, но как бы если ты три линии проебаешь, то играть становится намного сложнее. То есть если все три линии проебать. Но опять же, даже если ты проебал три линии, это не значит, что ты проиграешь игру, но там уже в дело вступает драфт. То есть если у вас в драфте, блядь, кусок говна, то проебав три линии, вы проебали игру. А если у вас драфт может камбэкать, ну у вас не тот драфт был, по-моему. Вот, поэтому да, я понял. Спасибо, Хортица, за игру. Все бывает, не расстраивайся. Как бы. Это, тем более это лобби, что не на корову играли, правильно? Тем более в лобби много зависит от рандома. Потому что когда ко мне в лобби ребята заходят, я нажимаю кнопку сбалансировать команды. И там оно рандомно как-то перекидывает и... О, жучок. Так, давайте ставочку, наверное. Только сначала надо чат замьютить, правильно? Ребят, спасибо за музыку. На самом деле, хороших треков сегодня было достаточно. Это приятно. Я нашел адрес твоего проживания и передал его своим браткам. Ночью они за браткам тобой приедут, это, которые пристрелят на каникулах тебе почки, сейчас разберут. Они придут, на счастье, твой они думают, что за тут пиццу то, что продают ты сбил возле мою дома бабку, или что, я не скажешь понимаю. Моего деда ни за что. Да-да-да, расскажи историю, блядь, браткам передал. Понимаешь, твои братки на каникулах еще неделю будут сидеть. Поэтому успокойся. Смотри, скажи своим браткам, чтобы уроки делали и готовились к летнему чтению. Понимаешь, зададут много. Спасибо за 200. Так, начать прогноз. Значит, прогноз. О, давайте так. Чья команда убьет... первого Рошана, ребят. Вот такая вот ставочка. Наша или вражеская? Ставочка вражеская. Все, 2 минуты, поехали. Все, ставочка открыта. Поехали, подфармим. Так, дочь маминой подруги. Я надеюсь, это не майонез. Очень на это надеюсь, потому что тут сегодня был уже майонез. Слава богу, съебался. Вот, но... Это некрасиво, ребятки, донатить под чужим никнеймом и ставить хуйню в голосовуху. Спасибо за 1000, но учитывая, что я не слышу никакой голосовухи, значит не майонез. Спасибо. We'll be right back.
Уважаемый, спасибо за 200. Добрый вечер. Добрый. Как настроение? Олигархи, поставьте, пожалуйста, Киш. Гимн шута. Там каждая строчка про Олега. Мне спасибо. Показалось. Хорошего стрима, Ян Лакоста. Всем удачи. Спасибо огромное за донат. Ля-ля-ля, пришел тут побегать. Ну отвлекаю, Тини. Чекай видос с отжиманиями в группе. В комментариях. Дура усатая, бы тебя разъебал бы. Спасибо за донат, клоун. После стрима посмотрю, что там нахуй. Не дай бог, отжимания хуевые. Спасибо за 200. Уважаемый, спасибо за 200 также. Приятного просмотра, братик. О, дура легенда. А вот и лысый усатая дура подрубила. Как съездил в мужской подъехала стриптиз на стримке, после того, как купил продукты. Мы знаем, что ты в итоге сделал с теми бананами. С какими и бананами? Там не было бананов, я не покупал бананы. Зачем ты пиздишь? Какие бананы? О каких бананах ты говоришь? Почему не играешь рейтинг, а долбишься в сраку волпик, как твой дед? Спасибо за донат, иди нахуй, понял, черт, блядь. Долбоёб. Максимум на ком, а вернее на чем ты можешь играть, это кожаная флейта, клоун местный дырявый. Кстати, все сообщения пишу я, мама стрея, я самая дешевая шлюха, дула, с сыном блядь, у нас проходит интимная связь. Понял? Чепуха нахуй на донатере, блять. На кожаной флейте твой дед играет, причем до сих пор нахуй. Заходишь к нему в комнату, он, сука, дует в кожаную флейту нахуй, понял? Причем даже не в свою, блять. Если ты понимаешь, о чем я, черт, блять, на донатере, иди нахуй. Пиздобол. Энигма, спасибо за донат, иди нахуй. И друг легенда, я никуда не ездил, ни в какие стриптизы, ни в какие бананы я не покупал. Поэтому балабол, либо пруфы. То есть ты понимаешь, либо ты предоставляешь пруфы, либо ты чепуха и пиздобол. Официально. Здорово. Здорово, лежа. Что у тебя за дурка на выезде так уже, который... Я не знаю, блядь, что вообще как происходит. Как сам вообще? Держи адекватных ушей. Спасибо огромное за донат, братик. Тут какая-то новая болезнь, видимо, у коронавируса, понимаешь? Новый штамм какой-то вышел, блядь. Первый штамм коронавируса — это гачи штамм, и он до сих пор, понимаешь? Так сказать, до сих пор люди заражаются и болеют. А, видимо, на прошлой неделе, точнее, на этой, с понедельника, вышел какой-то новый штамм коронавируса. Это долбоёб называется. И мне какая-то чепуха донатит, но сам видишь, что происходит. То есть я не знаю, что это за пиздец. Спасибо за донат. Я чапнул тебе. Ты на школьников не пиздишь. Школьники на твоем стриме не такие, как ты думаешь. Мы здесь все простые 30-летние работяги с пивом в руках и хорошим годным контентом, который мы тебе на стрим завозим. Братан, если ты под пивас, это не значит, что все здесь под пивасы, понимаешь? Если тебе 30 лет и ты сидишь, смеешься с гачи музыки и тебе весело, опять же, это не значит, что здесь все такие 30-летние гачисты. То есть ты понимаешь, что здесь ты один такой, ну максимум еще есть какой-нибудь дурачок. Бля, Олег, ты совсем ебанут. А остальные ты это школота, понимаешь? Покупал, школьники 12-летние. А просто засунул их себе в жопу и вылечить. Дура легенда нахуй со своим ебучим долбоебом мальчиком. Ебучий дойчмельёйсме, блядь. Пуджины, блядь. Столько пиздани лебра, нахуй. Я сразу рекорд я ненавидел. Лебра ебучая, блядь. Лебро? Лебро, блядь, чепуха нахуй. Тоже такой же очкошник, как и большинство донатеров. В лицо он бы мне свою лебру нахуй. Хуй бы сказал это. Чисто на очко бы присел нахуй. И зассал бы. Черт, блядь. Лебра ебучая. Спасибо за 200. Спасибо, братик. Ну, я верю. Я не буду сейчас чекать, я играю в доту. А то, что я спрашиваю со школьников и заставляю их отжиматься, это уже давно известный факт. Я же говорю, я местный пахан на этом стриме. Это не шутка.
То есть я могу спросить, и просто сейчас дура-легенда еще хуйню будет исполнять. Слышишь, чепуха? Отжиматься будешь, черт, блядь. Спрошу с тебя, будешь отжимания показывать, клоун. Так, дура, спасибо за 200. Я не покупал бананы. Какую-то хуйню несешь, реально сейчас отжиматься будешь, черт. Блин, ну типа, спокойного фарма в лесу нет. Потому что я бегаю от 3 снайпера на тине. Ну типа, бегал. Сейчас он от меня отъебался, но еще не вечер. То есть я тут туда-сюда по лесам что бегаю. Ха-ха! Печу, спасибо огромное за 200 рубашек. Смотрел сегодня нарезку старых игр и стримов. Ты там, конечно, показывал ультрас. Я и сейчас показываю. Дошел до первых гачей. Я и сейчас показываю высочайший уровень игры и скилла. Это но факт. Сейчас это в чате подтвердят. Где майонез? Вызывай. Брат, давай не будем. Он где-то здесь. Но это дура, как показала практика. Он все время сидит на стриме. Просто он иногда активируется, а иногда уходит в спячку, блядь. Давай так, не будем, блядь, потому что у меня крыша будет лет. Ехать от этой хуйни. Она и так едет сейчас, потому что играет ебучий мальчик, параллельно, просто блядь, летит донат, параллельно еще что-то происходит. То есть, ну, нереально. Поэтому давайте без вот этих боев майонеза, блядь, нахер, потому что в пизду, блядь. Так, ну и как это выкормить? Я именно поэтому так аккуратно и фармлю. Я понимаю, что спин-снайпер на тине сейчас придет. Спасибо за 200, Полянская. Так, обидно, тишина 10 минут. Доначу трек. А они же специально так делают. Спасибо за донат. Они же, понимаешь, это отчасти специально. Когда играет нормальный трек, они начинают хуйню нести. Ахахаха, у тебя мудеры в ВК есть, там щелк запретку. Братан, да мне похуй, что ВК происходит во время стрима, брат. Спасибо за донат, без обид. Вообще поебать, кто там кто скинул. Я играю в доту и стримлю. Спасибо за донат. Так, все, чепуху скипнул. Опа, котлета Кинг, спасибо огромное за 1000, брат. Доброго вечерочка. Добрый брат, вечер. Заскочил добрый. Чисто на минутку. Закинуть трек и пожелать тебе удачи и приятного спасибо. Потока на стриме. Обнял. Фу, при... Полянская, спасибо за 200. Поэтому, если ты только поняла, что они это делают специально, то... Это специальная, как бы, реакция школьников. Ребят, спасибо за донаты. Кому не успел ответить, отвечу после игры. Так, силы света убили Равшана, поэтому вражеская команда. Ставка принята. Вот, поэтому, ребята, если что-то не услышал, кому-то не ответил, то после Катули отвечу. Пойду, хочешь сватать шмот? Пойду наверх. А, подожди, там Вардон. Но все равно пойду наверх. Я там Варден 8, нельзя. Так, Кетчуп, спасибо огромное за донат. Тебе тоже ответил. Дай подфармить. Иди сюда. Башмак. Оп, взяли за говно, но я подбайтил троих. То есть я пятерка, за меня даже не платят ничего. Так, Илюха, так, это я видел. Друг, легенда, клоун, баклажан в майонезе. Следующий трек, скорее всего, будет от него будет хуйня какая-то. Никитос, спасибо за 1000. Дурка на стриме, это вообще пиздец. То есть я без комментариев, братан. То есть какая-то болезнь новая, судя по всему, появилась. Поэтому такая ситуация происходит.
Вот, так, кетчуп, это я ответил, все ответил, все, заебись. Мне надо, о, надо было на экспу подойти. Так, друг легенда, клоун легенда, в скобочках. Алекуса, ты человек. У параши твой ночлег. Ха-ха. Ты часто говоришь, что ты спорт. А по факту просто волосатый черт. Ты едешь на Порше, держа 100 бакс, а второй рукой дрочишь. Лебро! Лебро! Это смешно было, то, что ты цитировал, зацитировал хуйню из чепухи, которую ты поставил. Очень смешно, пиздец. Спасибо за донат. Весело, ёбнешься. Ха-ха. Обхохотаться, блядь. Тройное ха-ха-ха. Поддержите друга легенду, а то разноится, пойдет сейчас выйти дальше. Никто не смеется с его долбоёбских шуток, блядь. Надеюсь, понравится. Но там столько дурки власть медиа. Брат, это факт, потому что у меня донатеры, друг легенда подъехал. То есть, когда приходит друг легенда, там сразу хуета идет. Друг легенда, баклажан, типа, это ж местная чепуха, понимаешь? Местный зоопарк. Просто... Местный зоопарк, блядь. Спасибо, кетчуп, за 1000 рублей. Не надо байтить, потому что майонез уже сегодня заходил в начале стрима. У меня тут первые 30 минут трансляции, даже 40, наверное. У меня просто играли голосовухи минус ушей, понимаешь? То пердёж, то еще какая-то хуйня, блядь. Поэтому, ну его нахуй. Этого майонеза, блядь, неадекватного. Без шуток, просто, блядь, заебал нахуй. А потом у меня еще и донаты из-за этого начинают лагать, понимаешь? Из-за того, что я скипаю кучу хуйни. Отвлеку на себя пока что, пока Мипа там АФК стоит. Подотвлек, посмотрим, что там Мипа не вывез. Я не понимаю, нахуя, типа, выигрывать ролл и брать Мипа в мид, если ты нуб? Ну, типа, зачем? Руинить игру. То есть, блядь, берет Мипа, нахуй, забирает у меня мид и нихуя не делает. Дно получается. Спасибо огромное, кетчуп. Послушаем, что ты поставил. Котлета Кинг, спасибо огромное за 1000. Взаимно, братик. Спасибо, что зашел и спасибо за... Донейшн, брат. Так, призы берем. Дура легенда. Давай еще кому-нибудь хуйню пиздани, удиви. О, блядь, ебучий мальчик, блядь. Я что-то давно мальчика не слушали. Ага. Я даже успел соскучиться. Усатый либро фамозно стрелял. А кому ты успел соскучиться, дура? Я пока вчера не стримил, ты долбоеб сидел, блядь, его слушал, сука, на повторе. Я уверен, блядь. Клоун. Ебать, вы видели, что... Спасибо за донат, брат, нам всем похуй. Хуйню несешь, как обычно. Спасибо. Так, фаст-фейзы готовы? Сейчас просто, ребятки, начинаем на охоту выходить. Да, давай, заблочь мне точку, типа. Спиздил карту у бабки. Осуждаю. Чтобы сказать, что ты чертила усатый, как и твой дед. Ебать ты долбоёб, блядь. Нахуй ты, во-первых, деда трогаешь, во-вторых, пошел нахуй, понял? Пошел нахуй, деда не трогай, дура, блядь. Чтоб твоя бабка пароль сменила на карте, нахуй. Дура, блядь. Просто долбоёб, минус 200, блядь. Лучше бы ты на лечение себе потратил эти деньги, клоун. Так, ну у меня, короче, анскиллы, они проебали все лайны. Поэтому можно расслабиться. Этих я не вытащу, ребят. Этих челов я точно не вытащу. Слишком слабые. Майнштром ебашить будем на фарм, наверное. Фортица, спасибо за 9 евро долларов. Как по мне, приятный трек. Пока воздержусь от донатов.
У меня с электронными деньгами сейчас сложно. В любом случае, я в основном у тебя в гостях. Спасибо, на это связи, приятно брат. Слышать, брат. Всего тебе наилучшего. Надеюсь, что все будет хорошо, братик. Здоровья близким. Вот. И береги себя, братан. А твоя поддержка, она в том, что ты на стриме, это уже поддержка. Поэтому всегда рад тебя видеть на трансляции. Любимчик. Спасибо, как брат. Хорошего стрима и удачи. Спасибо за 200. Точнее, ну да, спасибо за 200. Овсянка, все вроде бы спасибо хорошо. Спасибо за донат. Опа, медведя а сейчас ты приходишь каждый день на стрим и менее меня и одеть. Он за мной бежит или нет? Тебе в жизни заняться нечем, долбоёб. Очкошник. Очкошник на медведя. Друг легенда. Ну как бы еще раз повторяю тебе, что ты чепуха и балабол, понимаешь? Нахуй ты приходишь вот именно каждый день на мой стрим и пиздишь на меня и сочиняешь какую-то хуйню. Упал, отжался и пошел нахуй с моего стрима, черт, блядь. Вот именно, мне кажется, что тебе в жизни вообще нечем заняться. Ты боишься на улицу выходить, потому что у тебя чепуху, с тебя там спросят сразу, понимаешь? Ты чепуха, все, что можешь, это заходить ко мне на стрим, нахуй. Пиздить бабушкины деньги, блядь, и сидеть выебываться и обзываться, нахуй. Понимая, что в реальной жизни, по факту, ты черт. Дура, блядь. Минус 200. Портится, спасибо еще за один донат. Спасибо за подгон. Спаленный чел. Брат, мне вообще похуй, блядь. Я ушел, ебать. Сейчас будешь за мной бегать. А я отвлек, смотрю плейлист. Отвлек ушу по максимуму, у меня просто мид падает. У меня 4 нуба ничего. В команде, но. Тут я сразу сказал, что этих я не вытащу. У меня анскил на мипа. Спасибо за 200 рубасов. Ну да, сейчас плейлист более-менее. Сейчас чепуха дуры легенды закончилась, но опять же, она сейчас снова начнется. То есть это такой отдых небольшой. Сейчас дальше пойдет хуйня. Там еще один бразильский мальчик стоит в очереди. И еще хуйня будет дис, как обычно, который мы давно с вами не слышали. Дис на Стрея, ха-ха. Бля, я думал, на самом деле, хуже прошлой игры с руинерами ничего не будет, но нет. Эту игру мне прям максимально руинят. А, да, 3D-генератор, конечно. Всем так давно хотелось наказать эту усатую и жирную крысу, но никак не находилось подходящего. Это типа человека. Раз, два, три. Именно поэтому я здесь. Наслаждайтесь новым дисом на Олега Бочарова. Все смеются, ребят? Смеются все? Под носом белый снег, Олег. Поддержите дуру легенду, чтобы он еще задонатил. Хули. Потому что там лечение не поможет, ему деньги не нужны, ребят. То есть обычно я говорю оставить деньги на лечение, но там бесполезно. Я типа выиграть, блядь, хочу. Уже вторая катка такая, блядь. Что он жалуется? У меня такие игры каждый день, блядь, я играю, такие катки. Развел на скиллы пака, ебать. Все, меня дал. Там чел ноет, типа, у меня амулетчик есть, ну и шо, блядь. У меня скилл на мипа, и шо, блядь. Я такие игры играю каждый день. И не ною уже. Потому что я крепкий, понимаете? Потому что я на опыте играю. То есть я уже в доте все повидал, меня тяжело удивить чем-то. А типа говорит, блядь, две игры такие. Братан, у меня 1000 игр подряд таких была, нахуй. И ничего страшного. Ха-ха. Ну, знает, maybe my bad, потому что, блядь, надо было тогда тепнуться, хуй знает. Развел на гречку. Минус удары от овцы. А вот мой мипа. Соло мип. Здорово. Кстати, если бы сейчас баш не выпал, то мипа бы еще ушел. Прикинь, кинет, зарвинил сам. Оп, найдите меня теперь, ебать. Не, ну зато быстро. Кстати, я думал, что прошлая игра будет где-то минут 25.
Оно оказалось это. Но я когда Мипа увидел, я сразу понял, что тут ГГ. То есть чел Мипа Пака взял. Чувак берет Мипа против Пака и Шамана. Ну, о чем говорить вообще? На что он рассчитывал? Как он хотел поиграть в Доту? Ух, ебать, это шар? Нихуя себе. Ебать, нас рассекретили, уходим глубже. А база будет падать или они будут клоуничать? Ладно, я предлагаю покинуть корабль, ребят. Покинуть корабль! Ту-тум. Ну это хорошо. Там дальше еще мальчик будет один. Спасибо за 200. О, местная чепуха пришла. Олег, а это правда, так, что два легенды — это актер, которого вы с Убиком Убовым вместе нанимаете, чтобы он делал вам контент? Так же, как слева внизу у тебя всегда самодонаты, чтобы спровоцировать людей донатить. Знаешь, друг легенда — это долбоёб и чепуха, у которого почему-то цель жизни — это прийти ко мне на стрим и нести хуйню, понимаешь? Вот что такое друг легенда, блядь. Привет. До меня дошел жду слушок, стрим что усатый петушок. Подходите сюда, пацаны. И, кстати, поздравляю с повышением в звании. Звучит гордо капрал Клиторчук. Иди нахуй, блядь, что ты несешь? Сам такой, понял? Сам такой. И по факту спасибо за 200. Спасибо за игру, ребят. Лучшее.